Возмущенные испанцы с помощью этого плаката пытаются донести до властей, кто виноват. Все проблемы из-за евро и доллара. На центральной площади Мадрида митингуют всего несколько человек движения «Индигнадос» – возмущенные. Большая же часть людей – обычные туристы. Полиция разогнала демонстрацию ранним утром, чтобы не допустить превращения площади Пуэрто-дель-Соль в палаточный городок, как это было в прошлом году. Мы не разбивали палаточный городок. Здесь был только митинг, поставили лишь одну палатку. Это нельзя назвать палаточным городком. Мы устроили мирные дебаты, общественный порядок не нарушали. Однако полиция разогнала митинг, причем довольно жестко. Даже тех, кто беспрекословно выполнял все указания. Той ночью на площади Пуэрто-дель-Соль митинговали несколько десятков тысяч человек. Они выступали против безработицы, против жестких мер экономии и отсутствия перспектив, против социальной несправедливости. Демонстранты полны решимости устраивать акции протеста и дальше. Они не собираются останавливаться на достигнутом, даже несмотря на то, что разгон митинга значительно остудил их пыл. В ближайшие дни в стране планируются новые акции протеста.